Администрация продолжает серию мастер-классов для жителей Химок. Сегодня встреча с декоратором. Весной что еще? Что самое яркое, наверное, весной? Это распускаются цветы. Но пока у нас цветы немножко не распустились, мы сегодня сделаем свои собственные первые цветы. Какими они будут? Наверное, они будут особенными для каждого из вас. Проволока и бумага. Вот и готов стебель будущего цветка. Затем создание бутона. Скрепление нитками, добавление капель краски, чтобы придать индивидуальность. Участники мастер-класса по достоинству оценили умения мастера. Хотела бы узнать, какие вы пожелания вот от этой встречи, какие впечатления от этой встречи? У меня впечатления очень положительные, конечно. Нам очень понравилось, такие красивые цветочки. Мастер-классы проходят часто. Обратная связь важна. Знаете, у нас проходят встречи по вашим интересам. И это далеко не первая наша встреча. И очень интересно, то, что вы желаете, то, что вы заказываете, то, что вы хотели, мы обязательно это выполняем и делаем. Какие мастер-классы проходят в Химках, информация на сайте администрации городского округа.